Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Следственный комитет закончил расследование в отношении вора-рецидивиста Михаила Плюстинина, который топором зарубил двух человек. Преступление произошло 8 апреля этого года. Обвиняемый пришел в гости, где после алкогольных посиделок поссорился с хозяином дома. По данным следствия, собутыльники оскорбили обвиняемого, назвали его, мягко говоря, гомосексуалистом. Для ранее судимого мужчины это стало веской причиной, чтобы убить обоих. В гости обвиняемый 39-летний Михаил зашел, что называется, на огонек. Квартира, где все произошло, одно из таких мест в Лузе, где собираются алкоголики. В день убийства Михаил пил вместе с Александром и Юрием, которые старше его на 15 лет. Потом меня плохо, нехорошим человеком назвали два чела. Какими словами, оскорбляющими? Да. Оскорбления были жесткими, непростительными, ведь Михаил был неоднократно судим за кражи и сидел в тюрьме. Освободился в 2011 году. Но назвать его геем было роковой ошибкой для потерпевших. Я пока пошел. Если еще, я вам больно. Михаил ушел в другую квартиру, там продолжал пить. Но вечером он вернулся, обидчики уже спали. Обвиняемый достал из-под кресла топор и напал сначала на спящего Александра. Я подошел и нанес несколько ударов. Куда еще раз? Еще лицо. Раз. Вот сюда, вот сюда. Затем перешел в другую комнату и зарубил Юрия. Подошел к нему и тоже раз... По словам Михаила, бил он сильно и по лицу. По данным экспертизы, потерпевшие погибли от открытой черепно-мозговой травмы. Топор обвиняемый впоследствии сжег в печке. Открыл печку. Открывайте. Она открыта. Все вижу. И выкинул ее. Затем он сбросил обоих погибших в подвал и скрылся с места преступления. Одежду, в которой он находился непосредственно в момент совершения преступления, сжег. В короткие сроки местонахождение подозреваемого было установлено, мужчина был задержан. Сейчас Михаил арестован. За двойное убийство ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное наказание. Дело изучают в прокуратуре. Судить Плюстинина будет Кировский областной суд. Михаил Вагин, место происшествия.